И настроения нету с этим, это день рождения. В прошлом году мы праздновали, на мой день рождения, как обычно, будет какая-то метель или что-то еще. Ну, не знаю, может, я, конечно, с девочками посижу, если кто-то там захочет. А так, типа, я прям не планирую. Знаешь, как в прошлом году, 300 человек, дом, торт, платье. Перезапустить. Я к нему просто зашла на его страницу. Я вот так сделаю, хорошо? Да, да. Я тебя вижу, я тебя слышу, я Айкос, просто и нельзя в прямом эфире. Да, я поняла, все нормально. У меня что-то падает, ты понимаешь? У меня есть культура оленя, культура банан, культура ящица. Ну, поймай, блядь. А он что, лайк? Че-че? Максим тоже батлится? Не, он играет, он вообще, я говорю, у него же и побольше подписчиков. Вот, у него там 100 кусков чем-то, и у него же эти писюхи, которые фанатеют от него, а он не хочет заходить. А, у меня мало подписчиков, у меня 30 тысяч, 30 чем-то. Так у меня тоже 23, там что-то такое. А я за неделю набрала 30 тысяч. У меня вообще, я не занималась этим ТикТоком. У меня был ТикТок, когда еще на островах была, он там был у меня один ТикТок, мне его заблокировали, потому что я, типа, спортом занималась. Второй ТикТок мне под сотку заблокировали, я потом уже забила, думаю, нафиг он мне нужен. А сейчас вот это с этими эфирами, думаю, ну ладно, я лузер. Все, да. Иди с Тёмой. Давай. А он здесь, я не давай. Знаю, что. Давай, сейчас да. Ему отправлю. Давай. Сейчас здесь или нет, сейчас я тебя попробую отправить. Так, давай. Ребятушки, гадаю в прямом эфире, гадалка Анастасия ждет вас, предсказываю судьбу, скиньте мне 100 тысяч на карту. Что эти батлы дают? Сколько у тебя телефонов? 2. А, сейчас. Привет. Приветики, пистолетики. Что, готова проигрывать? Сейчас я буду проигрывать. Я надеюсь на то, что сейчас появится Амира и меня вытащит. Потому что я тут только второй день, у меня нету фанатов. А, ты второй день, я пятый. Так я начала видеть, что вы сидите тоже в эфире. Захарова сидит, и думаю, надо себе посидеть. А у тебя до этого был ТикТок, или ты сейчас только создала? Ну, у меня было 3 ТикТока, их удалили. А это новый у тебя ТикТок? Ну да, он так сравнительно новый, просто я ним никогда не занималась, я больше Инстаграмом занимаюсь. А, нормально. Слушай, у меня ТикТоку просто 4 месяца, но я вообще не занимался, типа он мертвый, ну, какой-то. Примерно такая же ситуация. Ну, такой. Настя, ты класс, просто пушка. Да. Я включайте, так... батл, мы не включили батл. Сидим, а, да, батл. Давай. Дай. Ну, все. Давайте, все. Ребята. Давайте, жесткий батл, жесткий. Батл. Все, ты уже выигрываешь. Все, жесткий банк. Ой, Саша, да. Я, кстати, пыталась тебе, Саш, сегодня подключиться. Я поняла, я тебя смотрела. Такая девочка хорошая. Я на нее, ну, часто я же листаю ТикТок. Такая, часто на нее натыкаюсь. Прикольная такая. Она операцию делала тоже на грудь. Правда, я вот делала, чтобы они были большими. Вот. Да. Да, это дом 2, ребят. Привет, мы дом, в дом 2. Right, нам нечего есть, поэтому мы уже здесь. Спасибо, да, Саша. Да, да. Блин, спасибо тебе огромное. Работаем за еду. Ребятки, вы где активизируетесь? Пожалуйста, пожалуйста. Амира, подскажи, чтобы Амира зашла сюда. Ага. Или Катринчик. Ой, Саша, если хочешь, потом я после Артема, может... Спасибо за корону, зайдем с тобой в батл. Привет, Украина. Ребята, Тём, как тебе на доме 2 нравится? Ну так. Нервишки прокачиваю. А? Нервишки свои прокачиваю, проверяю на прочность. I'm Nasty. Ну такое себе. Да, да. Двоякое впечатление. Я 2 года просидела. 2 года? По психотерапевтам бегала потом, нет? Я за тобой не сижу. Ну, давай, да, Саш, спасибо большое. Но если что-то, до завтра, может, если будет желание, я тебе обязательно дам. Ребята, активизируемся. А когда ты ушла? Давно?
Год назад я ушла. Ой, спасибо, Саша, я так, ой, так приятно. Да, ушли мы год и два месяца назад, потому что я же уехала с островов, ушла с проекта сама. Они меня не отпускали, потому что у меня была сломана нога, и они меня отправили на острова, чтобы, потому что я хотела уйти, меня не отпускали. Наша Ксения Бородина, которая главная, приставила ко мне охрану, меня прям не выпускали. Потом мы уехали на острова, там застряли на карантин 9 месяцев. Я прям с островов ушла в Киев, уехала, вернулась, познакомилась с Максимом на шоу и вернулась на 2 недели, потом мы вместе ушли. Прикольно. Она топчик самый была. Ты топчик, да? Топчик. Да. Я просто никогда проект не смотрел, типа вообще, типа было пофиг, я не смотрел проект. Это мало кого знаю. Like is business. Когда без... Я была топчик. Сейчас, видишь, я говорю, вот Инстаграм, вот хоть он и большой, вот этот Инстаграм у меня, но на самом деле сейчас вот ТикТок, он намного активнее, дает больше развития и аудитории. Поэтому, ну да, это можно монетизировать как-то в Инсте, так, такое себе. Когда ты на проекте, типа, да, активность хорошая, ну, периметром, я думаю, такое. Ну что, ребят, я пока делаю Артема. Где твои фанатки малолетки, я не понимаю. У меня у мужа есть фанатки малолетки. У меня не малолетки, у меня там эти взрелые женщины такие. Я не знаю. А, у тебя зрелые женщины? Да, там Катринчик, Людмила. Я не знаю, куда они делись. Они сбежали от меня. Первый час вообще был продуктивный, потом такое, если пошло, вот такое все. Мне 36. У тебя реально 36? Не-не-не, там пишут. Мне 36. У меня уже 36. Тебе 40. Ну, если ты там не накладывать, то да. А где Глеб с Настей вместе? Да, не за... Ребята, ну где вы активизируетесь? Выживайте уже, хватит спать. Артем плохо ведет себя периодически. А, как сказал Влад Кодо, не идеальный мужчина. Не гонится. Привет, привет. Кристина в комнатке сидит. Малолетки спят уже. Ну, я не знаю, у меня вот, допустим, говорю, вот у Макса ТикТок, у него 100 тысяч там. Ой, Саш, спасибо тебе большое, радуешь меня. Я такая сидя, мне так приятно. Есть такие хорошие люди в ТикТоке. Говорю, я вот тебе за Инстаграм говорю, сколько Инстаграм я нажила, у меня же не только Дом 2 проект, у меня же 10 проектов за спиной. И да, я много где снималась, в Украине много где снималась, и, короче, все равно ассоциация только с Домом 2, что мы нищие, вот, это 100%, мы не зарабатываем, короче, ну, ты должен понимать, что... Тебя ждет. Ты тоже осознанно понимать. Поэтому и сейчас Инстаграм, он более такой сложный очень стал. Правда, там аудитория очень тяжело набирается. Да, 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 да. И слишком быстро. Ну вот когда активность падает, это под 500 вообще пофиг. Просмотр сразу падает. А кто-то что-то, это под шумок и проиграл под шумок? Да, у меня такая, да, хорошая Саша. Матч-рематч, да.